А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Певица Максим, которая тяжело болела около 2 месяцев, почувствовала себя лучше. Ее вывели из комы и отключили от аппарата АЛФ. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится певица. Несмотря на поправку, медики все равно оценивают ее состояние как средней тяжести. Ведь не стоит забывать, что некоторое время назад певица была на грани жизни и смерти. У нее диагностировали 85% поражения легких. Более месяца врачи боролись за жизнь артистки. В результате, совместными усилиями им удалось победить болезнь. Врачи пообещали, что в скором времени переведут Максим из реанимации в обычное отделение. Такое решение они приняли, так как самочувствие артистки улучшается с каждым днем. Правда, пока она не может долго находиться без кислородной маски и самостоятельно передвигаться. Несмотря на то, что в разговоре с детьми Максим уверила их, что скоро вернется, врачи пока не планируют отпускать артистку из стен больницы. Они отмечают, что нужна долгая реабилитация и пристальное наблюдение врачей. Напомним, Максим целый месяц не выходила на связь. Общественность молилась за нее каждый день. Одни писали слова поддержки, а другие выходили на улицу петь ее хиты. Максим уже поблагодарила всех, кто за нее переживал. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.